Всем привет! В одном из видео я уже показывал этот знак и сказал, что через 1200 метров будет старый железнодорожный тоннель. Ну что, идем смотреть? Да, похоже, к туннелю мы здесь не пройдем. Придется, наверное, обходить. Все-таки у меня получилось пройти через этот завал аккуратно. И здесь вот такой вот красивый водопадик со скалы. Ну а тоннель вот он, только он закрыт. Сейчас подойдем поближе. В общем, из тоннеля теперь течет ручей. До прохода он закрыт. Вон там даже видно ту дальнюю сторону. Сейчас подойдем к ограждению. Попробую снять что там. Вот такой ручей теперь течет из тоннеля. Ограждение, эхо, ну и вот там дальний выход из тоннеля. По этой тропинке вдоль ручья сейчас спустимся вниз. Вот он ручей, и там внизу должно быть озеро. Ну вот и озеро. Пройти туда, конечно, нельзя. Частная собственность. Но посмотрим отсюда, и тоже красиво. А лес тут какой, елки, чистый и красивый. Елки высокие. Ну а это дорога домой. Вот тут еще одно озеро. Но тоже подойти нельзя, тоже частная собственность. А вот птицы, которые на нем сидели, я подошел, видно, сильно шумел, улетели. О, летит. А на сегодня это все. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До встречи!